Приветствую, мои цветочки, меня зовут Ханна Вайт, это озвучка и перевод манги «Знаменитый день». И вы, наверное, видели мою запись о том, что я хочу взять новый проект, а если нет, то, пожалуйста, напишите свои варианты. И мне для этого проекта нужен тайпер и клинер по возможности, поэтому, если кто-то из вас умеет, пожалуйста, отпишитесь в комментариях, и я обязательно с вами свяжусь. А теперь давайте приступать. Приятного всем просмотра! Как мы выбрались оттуда? Надень это. Это топ, который я одела сегодня? Я снял его. Почему ты снял мое нижнее белье? Ты могла задохнуться, поэтому я... Что? Ох, он просто сделал это, чтобы сохранить мою жизнь. Шэн Групп. Сяо-сяо, я здесь. Ты не отвечала на телефон сегодня утром. Когда на него наконец-то ответил, то поднял трубку Фэнье. Мы попали в один инцидент сегодня утром. Если бы нас спасли другие люди, он бы не пострадал. Он сломал вентиляционное отверстие, чтобы вылезти наружу. Он столько раз спасал мне жизнь. Я должна упорно работать, чтобы отплатить ему. Отдел идолов. Ты искал меня, шеф? Ты должна начать сниматься в этом ТВ-шоу. Я должна быть главной героиней? Да, ты не можешь отказаться от этой роли, ведь она идеально подходит тебе. Это был приказ сверху, чтобы сохранить твою роль. Это приказ Фэнье? Понятия не имею. Все это время этим занимался секретарь Юн. Сегодня вечером вы встретитесь с режиссером, чтобы поговорить о роли. Я отойду в уборную. Вы в порядке, леди? А, простите. Мистер Зеро? Мисс Лу? Какое совпадение? А, да, я хотела отблагодарить вас за тот день. Если бы вы не вы, то я никогда бы не вспомнила забытые воспоминания. Но у меня сейчас дела есть, поэтому давайте я свяжу с вами позже. Куда вы идете? Я могу подвезти вас? А, стоп, а куда я иду? Я возвращаюсь назад. Возвращайтесь в Фэнье. Подгони машину к выходу. Я отвезу ее. Мистер Е, мисс Лу, что с ней случилось? Лин Фэй, почему ты смотришь на меня так же, как твой дядя?